Красота, не правда ли? Солнышко только надумало встать, пробуждается, а мы уже в дороге. Второй час, да? Второй час едем в дороге. На место прибудем в 7.04, через час. Час еще будем ехать. Впереди меня едет Михалыч. Позади нас Диман с Тольятти. Ну а куда мы едем? Вчера ночью приехал Женек. Ночевал в гордом одиночестве. Так что через час увидимся на месте. Это где-то там, где встает солнышко. Итак, ребята, теперь доброе утро. Приехал на место. Позади меня он стоит машина. Здесь ночью приехал Женька с комрадом. И ночью они покопали. Что отыскали, не знаю, посмотрим. Затем вон там он неподалеку Диман приехал еще и Михалыч. В общем, толпа начинает подтягиваться. Будут еще машины. Сколько конкретно людей, не знаю, но факт в том, что получится очередной слет, слет кладоискателей. Место интересное. Вот, на прошлом копе без нас в среду Диман бутылочку Гараха нашел, пузатую, достаточно интересная, ценная. Это одна из ранних бутылок Граха, минеральные воды, и она хороших денег стоит. Ну а что я вам говорю, давайте я вам сразу материал прикреплю по этой бутылочке, если найдется что-то в интернете. Вот, так что... А бутылочка, ребят, действительно очень интересная и с очень хорошей историей. Бутылка с надписью «Заведение искусственных минеральных вод» F. Grache. В центре Старой Казани, на улице Большая Проломная, расположилась аптека, возглавляемая А.И. Бренингом. А на улице Малой, Проломной и поперечно Воскресенской улиц, а ныне улица Профсоюзной и Астрономической, в 1855 году была открыта одна из производственных аптек города, основателем и владельцем которой был сын иностранца, русский подданный, коллежский советник Фердинанд Христофорович Граха. Имел крупнейшую в городе аптеку и завод искусственных минеральных вод. Низкое качество казанской воды и недостаточная водопроводная система обеспечивали высокий спрос как на минеральную воду, так и на различные прохладительные напитки – квас, лимонад и сидр. А в летние месяца минеральные воды в большом количестве поставляли в самые отдаленные приволжские города и южные районы России. Сейчас отправляюсь именно вон на тот порядок домов. Там они огромные, просто огромные, ковыренные, но огромные. Вот, может быть, чуть позже зайдем вот в этот лесок, потому что лесок интересен тем, что в нем тоже находятся фундаменты. Деревня, улица уходила туда в реку. До того, как водохранилище построили, там тоже была деревушка. Вот. Ну а что получится из этого, не знаю. Выход будет большим, то есть как минимум на 2 ночи, на 3 дня. А там посмотрим, может быть, раньше свалим, устанем, накопаемся. Так что приятного вам просмотра. Думаю, интересно, весело.
однозначно будет, как и всегда. Итак, ребята, наши ряды пополняются. Приехал Серега, Илюха, Игорек. Плюс вон там, смотрите, машина на горе. Видите, вон там на горе машина. Там еще три комрада. Два. Вот такой здесь фундамент. Я пришел поздороваться с пацанами. Они сюда подъехали. Но вы знаете, я решил вам заснять первую и шикарную находку. Вот такой вот кот Митинг. Ну а эта находка имеет военно-исторические корни. И давайте немного об этом я вам расскажу. В руках у меня эмблема от пряжки, датируемая с 1847 по 1933 года. Помимо изображения королевской короны Пруссии с 1847 года, на пряжках ремня немецких военных в верхней части эмблемы полукругом была выбита надпись «Gott mit uns», что с перевода с немецкого означает «Бог с нами». Впервые в истории в качестве боевого клича эта фраза использовалась в армии Римской империи и впоследствии Византии. В Германии же первым этим кличем использовал Тевтонский орден. В 1701 первый король Пруссии Фридрих I нанес эту фразу на обновленный герб королевства. С 1871 года, после объединения Германии, этот девиз был добавлен на императорский стандарт, а также он был нанесен на серебряные монеты 3-5 марок, а также на золотые 20 марок. Этот девиз начал наноситься на пряжках немецкой армии. Также этот девиз в русской интерпретации «С нами Бог» присутствует и на гербе Российской империи. С приходом к власти нацистов в 1933 году корона Германии на пряжке была заменена на нацистский герб в виде эмблемы Черного Орла, а надпись осталась. Эта надпись присутствовала вплоть до 1962 года, пока в немецкой армии не появился новый девиз. Вот такая история нашей находки. Видно этот трофей с Первой мировой войны. Надеюсь, было интересно. А сейчас отправляемся на шурф. Приятного вам просмотра. От пряги с Первой мировой войны. Офигеть, вот это да. И это Михалыч, ребят. И это Михалыч. Красота. Вот это находка. Бомба. Ребят, сижу здесь с пацанами отдыхаю. Копают много, находок мало. Так что приходится снимать вот такие кокалики. Это кокалик Николая I. Копейка с серебром. Год, к сожалению, сказать не могу. Но факт зафиксирован. Копейка с серебром. Наверное, где-то 1840-е года. Чё там, серый? Хрень, да, полная? Ладно. Здесь Илюха. Сегодня они, кажется, с прибором, ребят. Каждый со своим прибором. И находок нет нифига, ребят. Нет у них нифига. С каждым прибором они какие-то безрукие. А что, блядь, мне пятаков не досталось? Пятаков не досталось. Помните, да, видеосюжет, где дележка была монет? Сереже ни одного Катиного пятака не досталось. Там не два Катина было. Два. Там два. Один Визин был, второй Катин. Оба Катины. Нет. Оба Катины. Нет, да. На коне, второй Вензель, Катюшин. Ну что, ребят, и у Люхи тоже находка, но находка... А вот такая вот. Здоровый. В сохране крест, если это можно назвать, в сохране, ребята. Ну, в сохране я имею в виду молитва. Молитва бодрая, а сам ужасный. На нем, короче, окислы. Второй чистый, но целый, видишь? Что там еще чистый, есть? Чистый, но... А, вот еще один у него была находка, еще одна. Ну, половинка. Вот такие. Видите разницу, да? Какая разница в крестах? Огромный и средний. Бывают еще маленькие. Ладно. Пойдет. Итак, ребят, Женя позвал достать вот это.
Смотрите, торчит горлышко. Ну, я сомневаюсь, что это какая-то древняя горлышко, но она целая. Там что? Ух ты! Интересная. Ух ты, ребята! Это древний ломоть. Да я этот, ты что? Бутылка-то хорошая, ребята. Она ребристая. Она целая. Ах, надпись какая есть? Целая бутылка. Я, короче, это ошибся. Это не советская бутылка. А может быть, ранее. Я такой формы первый раз вижу. Серый, смотри, какая бутылочка. Серый. Целая. Хорошая. Вот, так что это зачетная бутылка. Женька, держи. Хорош. Неплохо. Ребята, у Женьки там монетка в камушке. Да, видно. Вот, на, ребята, монетка в камушке. И сразу видно, что это формат Николая. Копеечка. А что за год, мы сейчас вместе с вами узнаем. Николай или Александр? 1913. Александр. Ой, Николай. Вот такая вот копеечка. Хорош сохран. Хороший. Да, неплохой, не затертый. Ну, хорошо. Ждем, когда он тем в Ахмарке откопают. И пойдем на базу отдыхать. А то что-то без отдыха. Находка. Димана. О, это Николай II, финская. Да, финская. 1/2 копейки. Вот, но, к сожалению, ушатанная. Это финская монета. Да. Вот такая малюсенькая монетка отыскалась на этом фунде. Год. Диман разглядел? Нет. Ладно, зачет. Зачет. Н2. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Ребят, сапутки целая куча. По сапутке. Смотрите, каждую стекляшку берешь. Она с надписью. Вот каждая стекляшечка с надписью. Так, что у нас тут? Это что у нас? БР, то есть братья Столкинд, Москва. Здесь у нас уксусная с носиком, фиолетовая, тоже была с надписью. Керамики полно. И все с надписью в основном. Вот целая бутылочка. Целая бутылочка. Еще одна. Царское горлышко. Царское донышко. В общем, ребят, керамики здесь всякое полно. Ну и железо есть. Встречается керамика кузнецовская, от лаптей даже валяется здесь. Вилка трехзубчатая. Ну, в принципе, керамики предостаточно, ребят. Вся красивая, ажурная. Так. Это что у нас? Пивоварня. Москва. ТР. Бакановская, наверное. Вот, что здесь?
Это, наверное, продолжение пилорами. Ну, как так. Интересно, ничего пока нету. Итак, ребят, ходил за камерой. На прошлом фундаменте я остановился. Здесь вот такой незрачный фундамент, кем-то копанный. Вот, и верховой сигнал был. Верховой из этой ямки. И вот смотрите, видите, железяка. Да, ребята, железяка. Смотрите, какая крупная. И я ее переворачиваю, и та-дам! Вот такая вот огонь. Вообще огонь, вообще здоровый, конечно, с утратами, но это металлопластика. Как такое можно пропустить, не знаю. Сейчас немножко я сполосну, привяжу в порядок и вам, конечно же, покажу, что за лики. Диман, видал? Огонь, да? Не маленькая штучка. Да-да-да. Вот такая вот хреновина. Верховая, ребята. Просто верховая. Ищу фундамент для копа. И просто верховая. Я считаю, что это огонь. Святые лики. Металлопластика. Всегда, зачастую, очень приятно поднимать. Так что ладно. Посмотрим, поживем, увидим. Ребят, вернусь к своей створочке центральной. Смотрите, какой сохран. Вообще хороший. Я его полил ортофосфорной кислотой. И смотрите. Все лики видно. Вообще зайдет. Верховую, вот из этой ямки. На штык лопаты. Значит, фундамент не тронутый. Возможно, перспектива пошурфить есть. Вот такой фондик. Посмотрим. Зашурфимся. Вещь огонь. Пацаны сейчас будут прям в восторге. Вообще класс. Итак, ребят, вот здесь вот я поднял складень. Немножко углубился. Там кто-то шурфил. Там кто-то шурфил, там тоже. В общем, углубился немножко, немножко. Но засыпка туда идет дальше. И, знаете, выпала наконец-то монета. И радует, что эта монета именно... Смотрите, какая. Щитовичок. 31-й год, 15 копеек. Хорош. Нормально, зачетно. Сегодня монет у меня не очень, но это приятная монета. Первая сегодня. Нормально. Зачетно. Пойдет. Смотрите, что написано. Читайте внимательно, что на персте написано. Серебро, да. Я надеюсь, вы видите, что. Да, озвучивать я не буду, ребят.